От стремительного взлета до не менее резкого падения. Отношения России с Евросоюзом и НАТО пережили в течение всего 3 десятилетий периоды как бурного расцвета, так и полного упадка. Чем были обусловлены такие колебания, смотрите в нашем следующем сюжете. Начало 90-х, СССР трещит по швам, полки магазинов пустые, цены отпущены в свободное плавание. Заполнить прилавки за столь короткий срок может только чудо. Новое российское руководство во главе с Борисом Ельциным, которое отчаянно нуждается в западной финансовой и продовольственной помощи, пытается всеми силами показать США и Европе, что не имеет ничего общего с советским прошлым. Мы приехали не для того, чтобы просить вашу страну решить наши проблемы. Мы привезли идеи, конкретные предложения, проекты, которые могут лечь в основу полномасштабного сотрудничества между нашими государствами и народами. СМИ писали, что окружение Ельцина в спешном порядке готовило предложение о ядерном разоружении, когда стало ясно, что выступить с подобной инициативой в одностороннем порядке собирается президент США Джордж Буш-старший. Тогда пресса шутила, что Россия хотела обогнать Америку, теперь уже в гонке разоружений. 70 лет продолжалось боевое дежурство на бастионах коммунизма. И еще недавно они казались неприступными. Теперь их нет. Они рухнули без единого выстрела. С тех пор отношения России со странами Запада ждал сначала стремительный взлет, а потом не менее резкое падение. Уже в декабре 1991 года Федерация вступает в Совет Североатлантического сотрудничества НАТО, программу для улучшения отношений Альянса со странами, не входящими в блок. А через 7 лет учреждено дипломатическое представительство России при НАТО. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза и России было подписано в 1994 году, а через 4 года состоялось первое заседание Совета сотрудничества ЕС-Россия в Лондоне. Безоблачные отношения продлились до 2007 года, когда Путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь об однополярном мире под контролем США, которое многие на Западе посчитали объявлением холодной войны. Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют договор, включая положение о фланговых ограничениях, о размещении на флангах определенного количества вооруженных сил, до тех пор, пока Россия не выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Через год после этих обещаний Россия развязала войну с Грузией. На Западе 5-дневный конфликт предпочли оставить незамеченным, и до 2014 года саммиты России, ЕС и НАТО проводились регулярно. Однако события, произошедшие после Евромайдана, оккупация Крыма и вторжение на Донбасс, игнорировать уже было невозможно. Отношения ухудшились, российская власть и федеральные каналы взяли курс на очернение западных демократических ценностей и оболванивание населения пропагандой. Там падает уровень жизни, там гомосексуалисты. В сентябре 2014-го Россию впервые за годы партнерства и после окончания холодной войны не пригласили на саммит НАТО. Ни о какой евроинтеграции уже не могло быть и речи. Введение безвизового режима с ЕС и создание единого экономического пространства были сняты с повестки дня. Окончательно в пропасть отношения Москвы и Альянса стали скатываться в конце 2021-го, начале 2022 года. После того, как Федерация окружила своими войсками украинские границы, признала ЛДНР и в конце концов напала на Украину. Скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. Скажу об этом впервые. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности той беседы. Но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанной. Уже после этих откровений Путина Билл Клинтон в колонке для американского издания The Atlantic рассказал, что Соединенные Штаты все время держали двери НАТО открытыми для вступления России. Клинтон подчеркнул, что разного рода заявления о том, что США каким-то образом старались изолировать Федерацию, загнать ее в определенные рамки, либо же проявлять неуважение или вовсе игнорировать, являются неправдой. Он подсчитал, что в общей сложности встречался с Ельциным 18 раз и с Путиным 5 раз. Это всего на 3 меньше, чем все встречи лидеров
лидеров США и СССР с 43 по 91 год. Надеюсь, видим тебя почаще. Клинтон также напомнил, что в 90-е годы Россия принимала участие в программе Североатлантического альянса «Партнерство во имя мира», а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. Помимо этого, Россия и НАТО совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях.